что крайний матч в этом полусезонье, скажем так. И сейчас на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Рязань» принимает «Калугу». 17-й тур профессиональной футбольной лиги «Фонбет». Саш, второе место чистое. Второе место, да. Отличный результат, несмотря... Ой, какой момент опасный! Галяев, штрафной! Это пенальти! Да, естественно, судья указывает на 11-метровую отметку. Ну что ж, пенальти сам Галяев бьет! Удар! И парирует! Парирует мяч Владимир Отмахов. Вот так вот, не следуя своей фамилии, решил он не отмахиваться от этого мяча, а отбил его на угловой. Перевод на противоположный фланг от Лобзина. Здесь Корольков. Передачу в свободную зону делал на Зайцева. И классно Зайцев. Зайцев сейчас своего оппонента. До удара только нужно довести. И это гол! Гол! 69-я минута встречи. Сумбурный, странный, но тем не менее гол в исполнении футбольного клуба «Рязань». Мы с вами наблюдаем, уважаемые зрители. Прекрасно, 1-0. Рязань впереди. Нет, сейчас уже вернулся, конечно, Владимир Отмахов на собственную позицию. Классно Синтюрин уходит от футболиста. И передача классная. Маричев, удар. Это будет гол! Гол! 86-я минута встречи. Евгений Маричев удваивает преимущество рязанской команды. Ой, блестяще! Возможно, Низовцев решил, что в этом матче все уже понятно, поэтому не стоит. Ну, в таком случае мог бы вообще ничего не добавлять. А тем временем Кулешов разобрался с двумя футболистами. Маханур Гамзатов на фланге. Один в один проходит он Кулешова. Уже в штрафной. И это фол, это пенальти. Ну вот, наконец-то пенальти. Второе мы сегодня с вами увидим. А вот теперь Сергей Зайцев берет мяч в руки. Остается до конца. Разбег. Разгром! 3-0! Сергей Зайцев с 11-метровой отметки делает счет. Разгром. Я думаю, что сейчас, после того, как разыграет мяч футбольный клуб «Калуга», эта встреча завершится. И завершится она со счетом 3-0 в пользу футбольного клуба «Рязань», который, напомню, весь первый тайм владел инициативой. Забить не смог. Зато во втором наколотил целых 3.